Асимметричное крупное темное пятно с неравномерным окрасом, которое появилось на теле, признак того, что пора бить тревогу и обращаться к специалистам. Главный врач учреждения здравоохранения Брестского областного онкологического диспансера знает о меланоме все. Серьезное онкологическое заболевание может развиться из безобидной, на первый взгляд, родинки. Есть очень простое правило четырех букв ABCD. А – это асимметрию. Если родинка злокочисляется или возникает пигментная опухоль злокачественная, вот такая как меланома на коже, она обязательно асимметрична. Б – это края, с английского border – края. Значит, меланома, она всегда имеет звездчатые неровные края, очертания. Си – это изменение формы, в том числе, когда любые изменения происходят с этим образованием. И D – это диаметр. Как правило, злокачественные опухоли, именно меланомы, они больше сантиметра. Согласно статистике, меланомы составляют до 2% от числа всех онкозаболеваний взрослого населения и отличаются от всех видов рака своей непредсказуемостью. Заболеваемость меланомой кожи растет во всем мире. При этом в группе риска находятся люди со светлой кожей и волосами. Но впадать в панику не стоит. Меланома успешно лечится, если она выявлена на ранних стадиях. А для того, чтобы вовремя ее обезвредить, нужно обращать пристальное внимание на определенные участки кожи. Мужчин чаще меланома возникает на коже туловища, именно спины. У женщин на коже нижних конечностей, чаще задняя поверхность голени. У пожилых людей после 65 лет меланома чаще возникает на коже лица и шеи. Поэтому всем и мужчинам, и женщинам, и пожилым надо иметь в виду, что вот такие вот образования, которые появляются у них именно в этих местах чаще, они по поводу них должны проконсультироваться у врача. Если есть сомнения по поводу обнаруженных на теле необычных новообразований, необходимо обратиться к дерматологу. Он или развеет сомнения, или отправит на дополнительное обследование в онкодиспансер. Радует то, что в последнее время, несмотря на то, что за 10 лет заболеваемость меланомой в Брестской области выросла в 2 раза и в Беларуси в целом, за прошлый год 133 человека заболело в Брестской области меланомой, мы стали чаще выявлять эту опухоль именно на первой стадии, когда простым иссечением хирургическим, то есть несложной хирургической операцией, мы добиваемся практически 100% излечения. Помните, чем раньше будет обнаружена меланома, тем больше шансов на ее успешное лечение.